19 января православные верующие отметят один из главных зимних праздников – Крещение Господне. По традиции, главный символ праздника – вода, которая в это время приобретает целительную силу. В этот день православные окунаются в купель. В Губкинском ее уже начали оборудовать. Традиционно купель прорубят на реке Пякупур за парком Юбилейный. Сотрудниками управления ГОЧС администрации города были произведены замеры толщины льда. Соответственно, на сегодняшний день она установилась и такова, что на поверхности льда можно находиться без опасения для своего здоровья, для жизни. На данный момент можно даже сказать, что толщина льда она превышает норму, более 30 сантиметров. Работу уже начали. По традиции будут две купели, мужская и женская. Они будут оборудованы поручнями и лестницами. Возле купели будут дежурить службы экстренного реагирования. В период праздника будет организовано дежурство сотрудниками полиции, также будут дежурить спасатели 12-й пожарно-спасательной части и медперсонал Губкинской городской больницы, соответственно, для оказания медпомощи, если она будет понадобиться. Божественная литургия начнется в 9 утра в храме святителя Николая Мирликийского. После прихожане отправятся крестным ходом к купели, где будет совершаться великое освящение воды. После освящения также прихожане и люди остальные садятся в автобусы и в машины и отправляются, опять же, в храм, где уже происходит конец богослужения и проповедь. Также, конечно же, в этот день могут люди набрать крещенской воды и принести ее домой. Так что все, кто желает, у кого есть возможность, приходите на богослужение и на крестный ход. Окунуться в купель можно будет сразу после освящения воды и до 23 часов. Сабина Лимарова, Денис Вельков, новости Губкинского.